Добро пожаловать на просмотр видео. Сегодня я бы хотел поговорить про Egyptian Life, а точнее про решение разработчика размером 300 IQ. В игру, которая не вышла, он хочет добавить просто офигеть какой дорогой донат, а точнее VIP-подписку, которая по его словам будет стоить $24.99. В переводе в рубли по нынешнему курсу доллара это 1888 рублей с копейками. Приобретая подписку, вы получите Land Cruiser и, внимание, читы для более легкой игры. Подобное я слышу впервые, продажи читов для собственной игры. Я даже не знаю, как это комментировать. У игры был довольно хороший старт, все шло неплохо, ровно до появления фигурки и первого доната. Разработка пошла не в то русло, разработчик стал все больше склоняться к донату, а как говорится, дерево падает в ту сторону, куда оно склонилось. Из этого можно сделать вывод, что игра может стать донатной помойкой, еще и одной из самых дорогих. Что ж, флаг ему в руки, посмотрим на будущее игры. А на этом все, встретимся в следующем видео или на стриме.